Політика є в ефірі парламентської вітаю наших глядачів про ситуацію на близькому сході і нові тенденції щодо розвитку подій. Ми б говорити в нашій студії з Євгеном Добряком, народним депутатом України. Шостого скликання. Я вас вітаю. Добре. Вже не вперше ми зустрічаємося в нашій студії, аби обговорити ситуацію на близькому сході. Ви є таким відомим експертом цих питань, оскільки близький схід для вас питання досить таки знайоме. Але давайте розпочнемо з того питання, яке може стояти в парламенті України, зокрема в Верховній Раді. Уже зареєстрована постанова щодо переносу дипломатичного відомства в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму. Що це за постанова і які наслідки її можуть бути? Ви знаєте проект постановлення, який зареєстровано в парламенті о переносі посольства України з Телявіва в Єрусалим, зареєстровано народним депутатом Олександром Фельдманом. При моєму вваженні. К этому политику и к этому депутату да но данное постановление несет огромные угрозы для украины на сегодняшний день уже есть реакция арабских послов есть реакция послов мусульманских стран которые крайне негативно оценивают э, данную ситуацию крайне негативно оценивают вообще возможность такого я понимаю, что было заявление президента Соединенных Штатов Трампа о том, что они хотят тоже перенести свое дипломатическое представительство из тель в Иерусалим, однако Трамп официально заявил, что этого не будет. Вот и Украине, тем более принимать участие в такой в, в таком в такой ситуации, я думаю, крайне негативно и я думаю, что этот проект постановления мало того, что должен не быть принят Верховной радой, но я думаю, что он должен не должен быть вынесен в зал. Какие последствия может иметь не, не ухваление, а лишь дискуссия вокруг этого можем... И Почему она вызвала такую реакцию, вы говорите сбоку самого сильных мы... арабских стран? Ну, во-первых, какие последствия мы можем э... ухудшить наши отношения с арабскими и мусульманскими странами? И это четко позиция понятна, которая будет, мы ее увидим публичную буквально mm -hmm. очень скоро. Второе проблема палестино-израильского конфликта сегодня остро стоит в порядке в повестке дня мировой геополитики снова оно возобновилось и в результате той резолюции Совета Безопасности, которая была и тех тенденций, которые сегодня идут в вариантах ближневосточных Проблем Поэтому спорность ситуации по Єрусалиму uh -huh. вот, после шістдесят сьмого года э, Україна не должна на сьогоднішній день э, приймати таких необдуманих. Ну, давайте решений. для того, щоб і було зрозуміло нашим глядачам статус Єрусалиму на сьогодні, чому це місце є таким принциповим, як для Ізраїлю, так і для Палестини. І загалом, от ви кажете, кілька країн арабських уже відрегували неоднозначно. Ну смотрите, дело все в том, что в результате резолюции uh -huh. ООН 48 -го года когда было принято решение о создании двух государств, еврейского и арабского государства, был определен статус Иерусалима. Западная часть, это часть, которая еврейская часть, восточная часть, это была арабская часть. Но в результате 60 войны 1967 -го года Иерусалим был аннексированной территорией, признан аннексированной территорией, и э, является спорной ситуацией, которая есть в корне главной, Проблемой, да, проблематикой. То есть территория тееспирная. Естественно. И Украине на сегодняшний день в, так необдуманно поступать, даже на уровне парламента, о переносе дипломатического представительства будет играть очень негативную роль для Украины. Огромно негативную роль для Украины. Мы должны помнить, что арабские государства, мусульманские государства это огромные рынки сбыта для Украины. Это потенциальные инвесторы и так далее. И портить взаимоотношения э, таким образом нельзя. Ну, от ви вже згадали резолюцію голосування в Раді Безпеки ООН і от дискусії навколо того, чи правильно вчинила Україна, проголосувавши проти цієї резолюції, яку ініціював Ізраїль. І от дещо віддалилися або холоднішими стали стосунки між Україною і Ізраїлем. Що маємо на сьогодні? І в перспективі, що можемо отримати, якою є реакція Ізраїля на сьогодні? Я вважаю, що Україна поступила і офіційний Київ поступив совершенно правильно. поддержав эту резолюцию, потому что у Украины есть сегодня аннексированная территория, оккупированные территории uh -huh. другим государством. Это первое. Второе. Украина выполнила и поддержала все международно-правовые нормативные акты, которые есть. И я считаю, никаких позиций международно-правовых Украина не нарушила, она поступила правильно. Иначе мы бы просто не поддержав эту резолюцию, которая по поселениям, которые должны были на оккупированных территориях строиться, давала бы возможность нам неоднозначно однозначно е, е, мировому сообществу ставиться к, к тим проблемам, которые є у нас в Российской Федерации. Ми могли б ставити прецедент, який працював проти нас? Совершенно точно. Ну, але, от багато хто казав з експертів, аналізуючи те голосування України в Раді безпеки ООН, що краще Україні було б таких умов утриматись, а не проголосувати проти. І тобто, з правової Про, логіки, за, все правильно. За. Так, з правової логіки, все правильно, а от з логіки дипломатичних стосунків із. дипломатичной логике, напевно, все-таки утриматись было бы. Я думаю, этой ситуации. что э, мы свои взаимоотношения с Израилем э, нормализуем, mm -hmm. и у нас есть очень много точек соприкосновения, по которым у нас будут нормальные взаимоотношения. То, что касается вопросов вот этой резолюции, если вы берете политическую mm -hmm. часть, да, то я приведу несколько маленьких примеров. Первое, депутаты парламента КНЕС это были на территории Крыма. Раз. Второе. Э... ноту ну, протеста у нашей МЗС высловливало. Не, ну естественно, но mm -hmm. я имею в виду, что сам прецедент был, mm -hmm. был. Дальше э, ситуация, которая была связана с резолюцией по Голодомору Израиль не поддержал Украину, да? Когда мы просили оборонительные беспилотники купить у Израиля, Израиль нам не предоставил э, это оборонительное вооружение, которое мы хотели приобрести купить. И вы знаете, какое количество жертв из-за uh -huh. того, что у нас не было контроля за э, теми территориями, с которых проводились обстрелы и так далее. А беспилотники были крайне нужны на тот момент. Ну от тоді про які дипломатичні стосунки ми можемо говорити між Україною і Ізраїлем в перспективі, якщо ви кажете, що багато є таких суперечливих питань, до які може Україна пред'явити на сьогодні Ізраїлю От загалом, якщо іти за такою дипломатичною логікою і напевно зближення двох країн, ми можемо тепер уже після цього всього. Ми ні, не... во ми не повинні нікому нічого пред'являти. Ми uh -huh. довжні чітко показувати свою позицію міжнародно да? быть э, субъектом международных отношений, а не объектом, да, и э, э, полноценно участвовать в международных вопросах. И ни в коей мере не идти на, если где-то кто-то на нас давит в каких-то взаимоотношениях, то мы должны Ты прятать голову в песок. Нет, мы должны показывать свою четкую позицию, если это не соответствует нашим интересам. Все, ну, точка. От США проголосовали, как раз утримались в этой ситуации, Они, их, тобто, там их, совсем их, ситуация? Да, у них совершенно другая ситуация, но mm -hmm. то, что США воздержалась, оно, в принципе, осветило mm -hmm. голосование по этой резолюции. Вот и все. Ну і ще про один резонанс на Близькому Сході це випробування Ірану. Також прецедент досить конкретний, особливо після тієї резолюції, після того, коли були зняті санкції з Ірану. Тепер знову створюється от так, такий ну, вагомий акцент щодо Ірану і обговорення навіть на Раді Безпеки ООН? Смотрите, в чому е, дана ситуація? Дана ситуація більш глобальна, більш широка. Риторика нынешнего президента Соединенных Штатов, когда он был кандидатом в президенты, была такая, что он был за то, чтобы возобновить санкции против Ирана, и он был против позиции администрации Обама по ядерной программе, которая была шестеркой стран подписана и сняты определенные санкции с Ирана. Да? То есть сейчас идет имплементация тех обещаний Трампа, которые есть. С чем это связано? Это связано с геостратегической, геополитической концепцией Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Есть группа вопросов, которые надо полностью понимать в комплексе, да, для того, чтобы понимать, почему такая ситуация есть. Иран на сегодняшний день... Была испробована ракета средней дальности, баллистическая ракета средней дальности. Естественно, это дало прецедент для того, чтобы среагировало мировое сообщество и Соединенные Штаты. Да? Среагировал Израиль, среагировали другие государства. И, естественно, это стало поводом для того, чтобы, первое, в Иран попал в список тех государств, которые были по последнему указу Трампа запрет на выдачу виз и въезд в Соединенные Штаты, это 7 государств, да? uh -huh. 6 государств, это те, которые, на которых, на территории которых идут военные действия, и Иран, плюс на основании вот этих вот э, ситуаций, которые были с э, испроб... выпробованием вы ракеты средней дальности. Я вам скажу, в чем, в чем вопрос. Вот эта комплексность э, ситуации, да, которая сегодня есть на Ближнем Востоке, есть четыре, группы вопросов основных на Ближнем Востоке. Первый это сирийский вопрос, где Иран косвенно и прямо принимает участие в, в переговорах, в, пере, и не только в переговорном процессе, но а также в К поддержке и в, угу. в самом конфликте. Плюс здесь надо иметь э, ситуацию о поддержке Ираном Хезбалла, э, террористической организации и ХАМАС и так далее. Это первая одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса это палестино-израильский конфликт, который входит в группу вопросов Ближневосточных. Следующий вопрос, это курдский вопрос, uh -huh. который на сегодняшний день очень, очень остро стоит. Это вопрос Йемена. И самое основное, кто главный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке сегодня. И это э, на сегодняшний день, когда э, ситуация была с ядерной программой Ирана и подписанием шестерки и снятием санкций, естественно, произошло очень большое разделение в регионе Ближнего Востока, потому что главными действующими лицами был Иран и Саудовская Аравия. Главный союзник американцев на Ближнем Востоке ⁇ это страны залива и Саудовская Аравия. И я так понимаю, что позиция администрации Трампа на сегодняшний день любым способом вот эту группу вопросов, которые есть, сложили сегодня на Ближнем Востоке, урегулировать для того, чтобы дальше следовать в сторону Юго-Восточной Азии в геоэкономическом, геостратегическом аспекте. То есть имеется в виду в Китай. Но для этого нужно урегулировать вот эту группу вопросов, которая есть на сегодняшний день. Об этом говорит следующее, что поставив вопрос о возобновлении санкций против Ирана, Иран опять выходит из зоны геополитического и геоэкономического влияния в регионе Ближнего Востока. Остается кто Саудовская Аравия? И это подтверждает последний разговор трампа с королем саудовской аравии с альманом беннабделаззиом, Аль-саудом, последний разговор, который состоялся 30 января, в котором король саудовской аравии четко поддержал позицию администрации трампа, четко поддержал ситуацию, которая, в которую выдвинула администрация трампа по, по созданию зон безопасности в Сирии и в Йемене и подтвердил полностью свое стратегическое партнерство Королевства по отношению к Штатам. -то, То же есть? самое в результате телефонного разговора с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензайдом Аль-Нагаяном точно так же было четко поставлено приоритет того, что Объединенные Арабские Эмираты полностью поддерживают политику администрации президента Соединенных Штатов. То -то Иран хочет вывести из Ситуация у меня такое впечатление, что действительно Иран хотят вывести на определенный угу. период времени из геополитических, геостратегических вопросов. Плюс мы понимаем, что здесь же завязана и Россия, и очень серьезный вопрос, потому что сегодня идут большие консультации о встрече на высоком уровне руководства Ирана и руководства Российской Федерации. С другой стороны, я бы хотел вот коснуться к этим же проблематикам, оно все взаимосвязано между собой. Тот указ Трампа, который запрещает въезд э, вот этим вот семи, Симы, семи мусульманским, да, краинам. Да, мусульманским краинам, э, странам в э, Соединенные Штаты, я считаю, он немножко непродуманный, мягко говоря, да, и немного неправильный. Должен был быть определенный фильтр. Я понимаю, о чем идет речь, потому что главная задача стратегическая сегодня еще Соединенных Штатов, это я не назвал пятая проблема, но она mm -hmm. комплексная. А, а, все, нет, миграционная понятно, вопрос и Mm -hmm. Сегодня военные и спецслужбы Соединенных Штатов готовят стратегический план для Трампа по уничтожению ИГИЛа. Да? Естественно, одна из ситуаций ⁇ это обрезать возможность... Э -э через мигрантов и через въезд из этих проблемных стран террористических, представителей террористических групп и организаций на территорию Соединенных Штатов. Но есть фильтры специальные у спецслужб Соединенных Штатов, которые могли бы ограничить эти моменты, но не делать так, что запретить всем гражданам. В тому числі ну іран, ісціна вотвіочерза при паспорта або приналежність до проживання ну, да, до этих... чи території в країні. Але от дивіться, повертаючи ще знову ж таки до заборони міграційної політики Трампа і заборони в'їзду на територію Америки з цих семи країн мусульманських реакція лише від Ірану. Ірак сказав, що вони не будуть реагувати і забороняти американцям. А реакція Ірану досить активною одразу практично з'явилася заборона американцям їжати на території. Ну, іран среагував очі. Дуже... жестко тоже uh -huh. в ответ. Я думаю, что понимаете, здесь тоже просто так одним решением Соединенных Штатов тоже не будет Иран выведен с геополитических игроков в регионе сегодня. Разумеется, Потому... это давний партнер России, это Но, Иран. не только, а все-таки uh -huh. страны Европейского Союза, ну и пятерка, да, без Соединенных Штатов, которая была подписантами соглашение по ядерной программе с Ираном, они, в принципе, против того, чтобы возобновлять санкции. Потому что э, и де-факто, и де-юре Иран выполняет условия. По ядерной программе, которая была подписана, но ну, это условие на 15 лет, не более 3,67% обогащения и не более 300 кг на протяжении 15 лет. Да? Вот это основная концептуальная форма, которая была, о которой была договоренность. И, и, и на, в ответ на это снимаются экономические санкции, но не военные uh -huh. санкции. Да? Но я так понимаю, и страны Евросоюза, которые участвовали, плюс Китай, да, и, и Российская Федерация, которые Участвовали в подписании этой ядерной программы э, Ирана да, по снятию санкций, я думаю, они будут категорически против этого. Потому что все-таки Иран это огромный рынок, огромный, многомиллионный рынок. Это один из тоже источников э, углеводородов, да, которые огромные есть, и газа, и нефти, и так далее. Здесь будет все-таки борьба. Хотя на сегодняшний день конфигурация выстраивается в ту сторону, что Любим способом Іран должен бути виключений з этого геополітічного поля. Повернув... повернувшись поля. в геополітику, іран досить активно відвойовує свої позиції. От згадати, хоча б останні переговори на трьох між щодо Сирії, між ну, Іраном, да, і... Туреччиною і Росією. Чому там немає шаю? Чому цих три країни домовляються, як і що далі робити з Сирією? Ну от що це за нові тенденції, і як вони можуть взагалі далі проявитися, якщо мова йде ну, от, не... розділити на трьох це. И да перерасподил сфер вплыву. Смотрите, это, это не новые тенденции, это uh -huh. все-таки, я считаю, позиция Российской Федерации: найти союзников в регионе Ближнего Востока для того, чтобы сохранить свое влияние в регионе Ближнего Востока непосредственно в Сирии. Потому что я все время вам говорил, если вы помните на всех эфирах, что Россия потеряла свое влияние на Ближнем Востоке. Она потеряла влияние в Северной Африке, она потеряла влияние на Ближнем Востоке. На сегодняшний Намагане день единственный форпост ⁇ это осталась Сирия. Да? Ну и в основном У -у -у. это э, две э, базы. Военно-морская в Тартусе и в Латаки, и военно-воздушная база, да. Естественно, это зона ответственности алевитского оливит, меньшинства Башара Асада, нынешнего президента Сирии. Вот, поэтому Россия ищет союзников в регионе Ближнего Востока. Ну, это два. Турция, это не есть потенциальный, не может быть потенциальным союзником Российской Федерации, потому что Турция есть членом НАТО и у Турции большие завязки и, и, огромные внутренние проблемы на сегодняшний день. Опять-таки курский вопрос, опять-таки вопрос с ИГИЛом и так далее. То есть она не может быть прямым союзником Но при нами каждая из стран свои интересы. Она отстаивает свои интересы и ищет свое, как бы, свое место угу. под солнцем. Но э, это, я думаю, концептуальный был вопрос Российской Федерации. Вот, вот этот тройной, как вы говорите, вариант переговоров по Сирии. Я думаю, по Сирии все равно Урегулирование вопроса будет решено только одним моментом. Это разделение все-таки Сирии на три части. Это суннитская часть, это алявитская часть, и это курдская часть на севере Сирии. То есть таким образом все равно придет к этому по-другому. Вопрос, я думаю, наверное, вряд ли будет решен. Каким чином может быть задеяна в этом США и чи не может відбутися перераспределение сферы Вот, например, кто І під ким буде або хто як буде впливати на ту чи іншу територію ситуацію, яка буде там відбуватися? Я зараз про переговори між Трампом і Путіним. Я так розумію, сирійське питання могло бути основним і в контексті цього питання, як може взагалі перспектива України бути, якщо дійсно будуть домовлятися про сфери впливу на близькому сході і. Украина может стать разменной картой в этой разговоре? Я, я думаю, что еще раз это я повторяю эту концепцию разменной картой в переговорах США и России. Украина не будет по сирийскому вопросу, потому что все-таки Соединенные Штаты имеют четкую свою стратегическую концепцию урегулирования вопроса на Ближнем Востоке. Да, она сейчас немножко хаотичная, потому что все-таки новая администрация, новая концепция. У демократов было одно видение э, урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, у республиканцев другое видение. Ну Трамп уже критикует за втрату ситуации и за втрату в Мы понимаете, сейчас вступаем, тоже рано вступаем. говорить, угу. какая концепция будет. Почему? Потому что угу. мы не знаем стратегического плана военных по ликвидации ИГИЛа. Мы не знаем э, ситуации, хотя приблизительно уже сегодня можно оценивать раз э, официально страны залива. Ну, в, в, в лице двух одних самых главных лидирующих государств Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о поддержке Трампа. Значит, это формируется мощная коалиция э, арабо-американская, которая будет помогать Трампу решать вот эти вопросы в регионе Ближнего Востока, для того, чтобы я же говорю для них, для американцев, все-таки временные параметры будут очень важны для того, чтобы быстрее ликвидировать вот эти зоны нестабильности, которые есть в регионе Ближнего Востока, для того, чтобы пойти дальше по геоэкономическим вопросам паритетов в Юго-Восточной Азии. Поэтому на сегодня... Нам надо немножко подождать и посмотреть, чем закончатся вот эти конфигурационные моменты. Ну и мы должны понимать, внутри арабских и мусульманских государств, опять-таки, внутренние переговоры и внутренние консультации тоже будут иметь огромное значение, кто какую сторону будет поддерживать и кто как будет поддерживать вообще стратегическую концепцию Соединенных Штатов. По То есть ситуация лишь сейчас начинает вымалевываться. Только розуми. сейчас, да. Мы не можем конкретную конфигурацию сейчас определить. Євген Добряк, народный депутат Украины 6 не скликнення був гостем нашої ефіру. Дякую вам за візит до студії, дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.